Междуреченские легкоатлеты соревновались в троеборье. Около 80 спортсменов бегали, прыгали в длину с места. Чемпионами в своих возрастных группах стали Алена Скрипюк, Дмитрий Калинин, Софья Дергачева, Иван Игнатов. О других спортивных новостях расскажем далее. Преодолевали полосу препятствий, стреляли из автомата и боролись с огнем. Все это прошли междуреченские школьники на традиционной городской игре «Во славу Отечества». Очередной этап – четвертый, если ты остался один на один с пострадавшим. Темп жизни сейчас очень высокий, и понятное дело, что очень высок процент травмирования или попадание в какие-то ситуации, когда жизнь человека находится под угрозой. Жизнь становится зависимой от того, кто рядом находится, и готов ли этот человек оказать помощь, проявить сострадание и продемонстрировать какие-то навыки. Первый этап – это практический, провести реанимационные мероприятия по оживлению. Эти мероприятия осуществляются на тренажере «Максим», то есть нужно осуществить искусственное дыхание, да, и делать непрямой массаж сердца. Теоретическая часть, когда ребята берут билет, и они должны назвать правильно травму, которая по билету им выпадает, и рассказать, каков алгоритм действий, чтобы помочь человеку в данной ситуации. Мы проверяем пульс. Пульс отсутствует. Реакция зрачков на свет. Зрачки расширяются. И дыхание. За успехи на каждом этапе ребята получили грамоты. Впереди у них заключительный этап. Чтобы узнать, какие сюрпризы подготовил детско-юношеский центр и что ожидает школьников, следите за новостями.